Какой способ оплаты за проезд предусматривает компания в будущем? Будет ли это связано также с новыми технологиями в деле приема оплаты за проезд? Безусловно. Мы будем использовать самые новые технологии оплаты за проезд, которые используются сейчас и используются в будущем транспортными компаниями, авиационными, железнодорожными, автомобильными. Более того, мы сейчас создаем автоматизированную систему управления весь транспортным комплексом, куда входит подвижной состав, дорога, эстакада, инфраструктура, где будет автоматизирована продажа билетов. Она может быть осуществлена не только на станции, она может быть осуществлена и в Юнибусе, и после поездки.